Майнкрафт, но он становится реалистичнее каждую минуту. Я вам сразу задам вопрос. Это вообще похоже на Майнкрафт? Я думаю, что нет. Именно поэтому сегодня Майнкрафт будет становиться с каждой минутой все реалистичнее. Будет улучшаться качество мобов, качество деревьев и вообще качество всего. А также будут добавляться максимально реалистичные моды, которые усложнят нашу игру. Но каким в конечном итоге станет Майнкрафт? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Ну вот в таком мире я не хотел вообще оказаться. Ё-моё, здесь единственный детализированный, так это я. А все остальное какое-то... Это курица? Серьезно? А, курятина — это просто прямоугольник. Понятно. Прошло уже 50 секунд, и мне остается еще 4 минуты и 10 секунд так бегать. И тогда наш Майнкрафт как-то сможет улучшиться. А, это пчела? Думаю, какая она страшная. Дома даже в минимализме таком, ну знаете, выглядит довольно-таки стильно. Мне даже очень-очень нравится. Мне нужно тогда в шахту спуститься и посмотреть, как там все выглядит. Значит, нужно добыть поскорее бревна. Окей, дубовое бревно, а это... А в чем разница? Ладно, выглядит прям очень-очень странно. Даже небо какое-то странное. Просто огромное пятно. Делаем быстрее верстак, палки, как у нас будет выглядеть? Ага, понятно. Верстак, палки. И погнали быстрее в шахту. Нужно посмотреть, как там все выглядит. И вообще, как выглядят инструменты. Это топор. А это кирка. Разницу увидели? Я тоже нет. Ну, булыжник я, если что, всегда смогу найти. Ну, а так как выглядит железо или тот же самый уголь? Вот это вот интересно реально посмотреть. Только бы спуститься как-нибудь. А, я в тупике. Хоть где-нибудь полезные руды. Ну вы где? Может, я их пропускаю вообще? Может, вот это железо? А, нет, это гранит. Ё-моё, я в этой шахте скоро запутаюсь. Где все? Вообще нету нигде никаких руд. Может, реально все-таки ниже спуститься? Там-то 100% должно быть хоть что-нибудь. Гравий. Это глубинный сланец, я слышу по звуку. А где железо? Я, возможно, ошибаюсь, но это очень похоже на алмаз. А, окей, но алмаз я вообще не могу сейчас добыть. И это тоже алмазы, да? Блин, ну вот я зуб готов поставить, что это реально алмазы. А где тогда железо хотя бы одно? Я вообще не заметил ни одного блока, который был бы похож на железо или даже на уголь. Здесь вообще капец как легко запутаться. Это что у нас? А, вообще непонятно, ну что это? Благо, осталось всего лишь 20 секунд, и весь Майнкрафт станет более реалистичным. А, Сквидвард, я тебя понял. 3, 2, 1! О, да, все, меняется, меняется, пожалуйста, пусть станет намного понятнее. И что же сейчас будет? Ё-моё, так, это... Подождите, но стало как-то получше, но... Подождите, мне кажется, или звуки как-то стали получше? А... Прыжки реально как будто стали объемными. Железо наконец нормально видно. Это все потому, что мы с вами в дипслейте находимся или что? Вы просто посмотрите на этот верстак, ё-моё! Деревянная кирка, все у нас с вами есть. Давайте-ка мы с вами сейчас сделаем тогда себе еще каменные инструменты, каменную кирку и каменный топор. Нифига себе! Вот это звучит уже намного лучше. Я наконец нашел железо, поэтому мы можем с вами его добыть и отправиться уже покорять что-нибудь еще. И мне хочется посмотреть, что же мы все-таки там видели. Это было все-таки железо или нет? Может, мне реально показалось. Но если так выглядит шахта, то мне хотелось бы сейчас посмотреть, как выглядит уже обычный мир. На поверхности, так скажем. Главное успеть вовремя. Самое интересное, что за блок я там видел? Это были алмазы или все-таки что-то другое? А, да, да, это, кажись, да, это алмазы. Это были алмазы, окей. Но пока что я не могу их добыть, потому что у меня не хватает ресурсов и у меня нету железной кирки. Поднимаемся наверх и надо посмотреть все-таки, что же там... это тупик. Что же там происходит наверху? Ну да, Майнкрафт стал немножко покрасивее. Чего? Ну да, Майнкрафт стал немножечко покрасивее, хотя бы добавились лишние пиксели. Теперь не один, а целых 4. Ну а что, хоть какое-то достижение. Ну просто прислушайтесь к этим звукам Майнкрафта, ё-моё, я не думал то, что реалистичность даже будет на звуки распространяться. Вот вы просто слушайте. А, это журчание воды. Погнали в деревню, посмотрим, как там все выглядит. Вот я ее как раз таки вижу. Ну, рыбки выглядят, кстати, очень неплохо. Ну вот как выглядит овечка, свинюшка, коровка и курица? Вижу лошадку, лошадка выглядит нормально. Жители тоже неплохие. Похоже, как-то неравномерно распределяется реализм. Одни мобы какие-то не детализированные, а другие детализированные. Волк, у меня, к сожалению, нет для тебя косточки. Так бы я тебя... Но он меня даже не дослушал. Вот это
было обидно. А, ну кажись, все мобы выглядят даже очень-очень неплохо, поэтому окей, добываем их. Здесь даже аутпост пилладжеров есть, но я, наверное, туда не пойду. Пока что как-то опасно туда идти. Ну а что, вдруг ограбят? Хотя, если они сейчас в отпуске, то нам безопасно туда идти. Давайте сходим тогда и посмотрим. Может, там в сундуках что-нибудь хорошее хранится. Разбойники, вы где? Вас нету? Ну и отлично. Что здесь у нас? А, есть пузырьки опыта, есть бревна темного дуба, есть пшеница, ее тоже забираем, и картофель, и, кажись, больше ничего нету. И, блин, остается всего лишь 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Так, что же сейчас будет? Что же будет сейчас? Так... А вот это мне уже нравится! Смотрите, сейчас добавился какой-то прям жесткий минимализм, но выглядит он просто шикарно! Сколько на этот раз кубиков используется в текстуре? 4 на 4. Ну, в принципе, пойдет. Инструменты хотя бы нормально выглядят, но все остальное как-то печально. Здесь главное аккуратно спускаться, там вообще лава есть, вижу железо, а также уголек. Слушайте, давайте как раз-таки добудем и посмотрим, что же все-таки здесь еще добавилось, помимо... Вот что добавилось. Вы послушайте просто этот звук водопада. Частицы даже отлетают. Как будто физика какая-то добавилась. Ну ладно. Давайте добудем все-таки уголечек, добудем себе булыжник и сделаем себе наконец-то хоть какие-то нормальные инструменты. И надо будет еще тогда железка добыть. А железа здесь, кстати, очень много. И главное сейчас аккуратно не копать под себя, иначе упаду, разобьюсь. А как я выберусь? Я не знаю. Надо быть еще немножечко бревен себе. И мне теперь даже очень интересно посмотреть, как выглядят все-таки мобы. Так, свинюшка. Ну, свинюшка нормальная, как всегда, красивая. Овечки тоже хороши, лошадки тоже. А это огонь у нас такой, да? Он вообще не двигается. Я только сейчас заметил, что когда мы с вами просто так взмахиваем каким-то инструментом, либо же оружием, у нас с вами добавляется звук. Ох ты ж, ё-моё, он реально очень-очень хорош. Я понимаю, что сейчас от Майнкрафта даже ни капельки не пахнет реализмом каким-то. Но сколько еще это будет продолжаться, я не знаю. И до какого реализма мы с вами сможем дойти, это тоже для меня загадка, но мне так интересно посмотреть. Если вам тоже интересно посмотреть, досматривайте видео до конца. Ну как поменялись наши сердечки, еда, это просто шикарно выглядит. Честно, если бы у меня получалось все время играть в Майнкрафт с таким уровнем реализма, то я был бы только рад. Звуки птиц даже здесь есть. Мы сейчас, кстати, с вами находимся в джунглях, и реально складывается ощущение то, что мы с вами находимся в них. Всякие звуки птиц, змей и так далее, это просто шикарно. Звук остается, но он очень заглушен. Ну-ка, вот сейчас слышим. Опускаемся, и он максимально заглушен. Это вообще шикарно. Почему Маджанг реально не добавит такую функцию в самом Майнкрафте? Мне кажется, всем бы очень-очень сильно понравилось. Если вам самим нравится, ставьте лайк. Посмотрим, скольким людям нравится это все. Мне кажется, я сейчас вообще никуда не успею, потому что остается всего лишь одна минута обновления нашего реализма. А поэтому лучше просто сейчас убежим куда-нибудь на нормальную опушку, а не в этом лесу будем бегать. Не очень как-то охота. 4, 3, 2, 1... Такс, и что же сейчас будет? Так, а деревья как-то поменялись, стоп. Вроде как обычный Майнкрафт, но что-то не то. Подождите, мы с вами оставляем следы? Да не-не-не-не-не-не. Это прикольно, но что это вообще за деревья такие? Стоп, я хочу на них посмотреть. Так, можно как-то это дерево добыть? Добывайся, как-то долго добывается. А, чего? Дубовые бревна, палки. И это что у нас? Это желудь дуба? Серьезно? А можно его съесть? Нет, его съесть нельзя. А посадить? Посадить можно. Как-то очень странно, это дерево упало. А если мы с вами его полностью добудем? Что произойдет? Что произойдет? Что произойдет? Оно просто падает! Мы как-то с вами за один удар можем дерево добыть. Окей. Ломайся, дерево! И подождите, у нас отдышка с вами появилась? Походу, правда. А дерево прям в воду упадет. А, оно прям полностью падает, нифига себе! Здесь уже учитывается, кажется, физика объектов, и это очень-очень даже круто. У меня сейчас появилось очень дикое желание отправиться куда-нибудь в пустыню и попробовать найти пустынный храм и попробовать взорвать ТНТ. У меня какие-то очень жесткие подозрения появились, что если у нас с вами даже деревья сейчас падают очень реалистично, то, возможно, и взрывы у нас с вами будут точно такими же. Ну, тоже реалистичные, там, бух. И все. Надо бы проверить тогда. У меня остается всего лишь 1,5 минуты. Надо спешить, надо спешить, надо спешить. Я должен успеть забрать ТНТ. Так, что здесь у нас золотые слитки? Забираем. Что? Ничего. Что? Ничего. Что? Золотые слитки забираем. 18 штук? И быстрее выбираемся. Надо быстрее сделать кнопку. Где кнопка? А, блин, делаем тогда. А, у меня есть дубовые доски. Делаем кнопку. Все, отлично. Давайте скопаем небольшую ямку и положим туда динамит. Все, поставили. Кнопка, нажали. И что ж сейчас произойдет? Давай, 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 давай. Пожалуйста, уйди. Да! Реально реалистичные взрывы появились! А, стоп.
Опять обновление, давай, удиви на этот раз. Так. Ё-ма. Подождите, нет. Нет, добавилась физика! Нет, серьезно, блоки теперь начинают очень реалистично разрушаться. Стоп, подождите. А если мы с вами сломаем, например, вот здесь? Это прям реально кирпич теперь. Ну-ка. Все ломается прям максимально реалистично. Так, это гравий у нас, да? Нет, так это булыжник? Было похоже на гравий. А, нет, вот он гравий. Так, уголь даже выглядит очень-очень хорошо. Ё-моё, мы теперь с вами можем шахты легко создавать. Буквально один блок сломаем и все, шахта у нас с вами готова. Но это не предел, у меня до сих пор показывается таймер. Похоже, как-то еще можно будет его улучшить, но я уже, если честно, начинаю бояться. Даже частицы от блоков отлетают. И мы их даже спокойно можем пинать. Стоп, а как с мобами обстоят дела? Надо посмотреть. Ну, лес, кстати, выглядит очень даже неплохо. Деревья прям очень-очень красивые теперь. О, стоп, я понял, извините. Дерево само уже все обвалилось. Быстрее валим от пчел. Так, где-то... Он там... Да, да, там вороны летали. А это что? Они до сих пор за мной. О, цветочки, цветочки красивые. Возьмите цветочки красивые. Коровка, иди сюда. Ё-моё. То есть мобы даже теперь реалистично умирают? Да, мы, подождите, мы можем их пинать. О, даже в воду закинули, ну ладно. Ну то ж с мобами теперь можно проворачивать такие штуковины. Это просто отлично, вы просто посмотрите на это. Ё, нифига. Вот это она отлетела. Зачем? Почему? Не знаю. То, что будет дальше, мне кажется... А, тут... Само отпадает? Серьезно? Подождите, давайте-ка сломаем хотя бы одно бревно. Как все сломается, оно просто моментально все обваливается. Блин, а если дальше добавится реалистичная вода? Или реалистичный снег, или даже метание каких-то предметов? Если это будет добавлено, то мне кажется, у меня комп просто взорвется. Но мы с вами узнаем это буквально через полторы минутки. Ну, я через полторы минутки, а вы, ну, чуть побыстрее. Здесь даже добавились частицы от соприкосновения лавы с водой. Теперь хотя бы видно, что реально все испаряется. Он обходит одного защитника, второго, третьего, пинает и... Она просто пропала. О, еще одна деревня. Туда нам надо. Хотя, мне кажется, я не успею. 5, 4, 3, 2, 1. Ну что ж сейчас будет? О май гад, подождите, я... Это вообще неотличимо от реального мира теперь. А что ж дальше нам тогда делать? А, хотя таймера уже нет, походу... все. Дальше некуда расти. Правда, есть одно но. У меня как-то очень странно дымится комп. Кажись, с Майнкрафтом на сегодня точно все.